Для Барнаула скейтбординг – достаточно молодой вид спорта. Поклонники катания на роликовой доске в основной своей массе – тинейджеры. Задача спортсмена – выполнить акробатические фигуры с преодолением препятствий. Чем сложнее трюк, тем больше вероятность стать сильнейшим в любых соревнованиях. Правда, пока большинству барнаульцев спортивные элементы даются с трудом. Причина – малое количество стартов и отсутствие тренировочной базы. Ничего нет у нас особо для скейтеров в городе. То есть вот так сами сабантуйчики такие организуем. Планировалось человек 200 участников вообще как бы. Но, как мы видим, 200 нет. То есть кто-то по разным причинам не смог, видимо. И все же пришедшие в этот солнечный день любители скейтбординга всем остались довольны, особенно спортивными конструкциями. Участникам нужно было выполнить элементы сразу в нескольких категориях – лучший трюк, показательное катание. Призы спортсменам вручались в 8 номинациях, среди которых и награда за худшее падение. К сожалению, без них не обходится ни один турнир. На самом деле очень травматично, там малейшее неверное движение, падаешь. Вот. Бывают легкие падения, бывают сильно травматичные. То есть может доска куда-нибудь отлететь. По словам спортсменов, главное в проведении подобных турниров далеко не первое место и заветный приз, а возможность попрактиковаться и обменяться опытом с другими скейтбордистами. Ведь, как известно, без практики не бывает больших побед. Дмитрий Гладких, Сергей Балуев, Катунь-24.